9 января они приняли окончательное решение не выступать здесь на чемпионате Европы. И сейчас уже начали тренироваться. И пожелаем Юка и Александру как можно быстрее начать тренироваться уже в полном объеме. Итак, Стефани Бертон и Ондрей Эхатарек. Они, кстати, в Москве заняли третье место и тогда опередили Ксению Столбову и Федора Климова. Наши фигуристы остались четвертыми. Получится ли у них здесь, в Шеффилде? Исполнили сейчас каскад из трех тулупов. Тройной и два двойных. Очень популярная у фигуристов музыка, а даже Альбинони. Thank you.
Ну, я думаю, сначала